Врачи провели уникальную операцию 23-летней девушки, пострадавшей от выстрела в упор. Инцидент произошел на севере края. Тамара Лукина вместе с мужем и его 15-летним братом возвращались на моторной лодке с охоты. Мальчик решил выстрелить в пролетающую утку, но случайно попал в Тамару. Заряд оставил в спине отверстие 9 на 6 сантиметров. Дробь попала в живот и грудную клетку, повредила легкое, печень, раздробила правую почку и 4 ребра. Я стала, конечно, прощаться с мужем, уже понимала, что огнестрел, значит, все. И я сильно переживала, что больше не увижу сына никогда. И что не попрощаться никак, это было для меня страшно. Поэтому я держалась до последнего, как могла. На лодке Тамару отвезли в больницу поселка Бор. Местный хирург вызвал санавиацию. Дожидаясь вертолета, он остановил кровотечение, из-за которого пострадавшая могла умереть. Когда прибыл хирург санавиации, врачи решились прооперировать Тамару на месте. Причем необходимого для таких сложных операций оборудования в больнице не было. Однако медикам удалось извлечь дробь, удалить поврежденную почку и часть печени. Затем девушку доставили в краевую больницу. Дробь в теле Тамары все же осталась, это видно на рентгеновских снимках. Но врачи уверяют, сейчас жизни и здоровью девушки ничто не угрожает. Она готовится к выписке. Сейчас, слава богу, в краевой больнице очень много, что помогает хирургу работать, в том числе и на печени. Да? Там электрокоагулятор один, и все, и мы работали. Ну, собственно, для меня это знакомо, потому что, когда мы начинали на работу на печени, у нас такого оборудования и не было, поэтому справились мы с ним. Спасибо коагулятору.